Турецкие военные обстреляли приграничный сирийский город Кисап. В ход шли минометы и тяжелая артиллерия. Пострадали несколько человек. Сейчас они находятся в больнице. Обстрел начался, когда на улицах раздавали гуманитарную помощь. Как утверждают местные силовики, подобные атаки турецких военных – не редкость. Сейчас ситуация получше. Здесь приличный контингент армии, и местные жители очень помогают. Но обстрелы идут регулярно. С турецкой стороны летит. В основном мины. Пока везет, жертв нет. Попадает в здания и пустынные места. Кисап освободили от боевиков 1,5 года назад. На улицах по-прежнему опасно. При поддержке соседней Турции террористы устраивают вылазки и запугивают мирное население. Недавно боевики сожгли армянский храм. В огне сгорели древние иконы и книги.